пятый фестиваль. Пятый. Позируют на камеру, заигрывают со зрителем и ни на секунду не выходят из образов. Молодежный театр Алтая вновь ярко встречает гостей. Зрителей и участников юбилейного 5-го Всероссийского театрального фестиваля. Праздник – важное событие в театральном мире. Его организовали спустя полгода. После смерти выдающегося актера, режиссера, нашего земляка Валерия Золотухина. Обширная география участников, особенные театральные постановки. На протяжении недели зрители увидят 12 спектаклей. Их специально на фестиваль привезли региональные театры из Челябинска, Нижнего Тагила, Кемерово, Новосибирска, Барнаула и других городов. Такие замечательные спектакли они к нам привезли. Разные режиссеры, разные артисты. Я всегда говорю, что фестивальная неделя – это уникальный случай, не выходя, не выезжая из Барнаула, познакомиться с творчеством, таким громадным творчеством разных коллективов из разных городов. Зрители смотрят и наслаждаются. Жюри смотрит и профессионально оценивает. Ведь им выбирать самую захватывающую постановку и вручать главный приз – гран-при фестиваля. Появляются имена, появляются театры, появляются спектакли, которые достойны, не знаю, столиц. И поэтому, конечно, в предвкушении. И для меня большая честь, что я вот в жюри, буду жюрить. Да. Посмотрел программу фестиваля и понял, что я недаром приехал. Я вижу много интересного, а езжу я для того, чтобы медленнее стареть. И надо двигаться, надо смотреть, что делают новые люди, молодежь, новые театры и как старые развиваются. Час по местному времени Нягинского театра юного зрителя. Эту постановку зрители увидели вчера в молодежном театре. Впереди еще 5 дней, когда можно забыть о рутинных делах, прийти в театр, удобно расположиться в кресле и погрузиться в совершенно другой мир, в мир театральной магии. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.